Всем привет, с вами Штейн, а сегодня мы поговорим о фарме золота в The Elder Scrolls Online. С последнего ролика на эту тему прошло довольно много времени, и потому в этом видео мы обновим и актуализируем все основные способы добычи золота в игре, как для новичков, так и для продвинутых игроков. Ну и конечно, затронем общие механики заработка и методы обогащения. И перед тем как начать, как всегда, маленькое техническое отступление. Большая часть методов фарма прямо или косвенно затрагивают товарно-денежные отношения между игроками, или по-простому торговлю. А для ее осуществления вам в любом случае придется хотя бы немного ориентироваться в ценах. Помогут тут торговые аддоны, коих в игре множество, я же буду опираться на самый массовый – Tamriel Trade Center. Подробно о его установке и настройке я не раз говорил в роликах про аддоны, например, вот тут. Ну и конечно же не помешает наличие хотя бы самой простой торговой гильдии. Благо это не проблема, и сейчас прямо в меню поиска гильдии в игре можно выбирать торговые и отправлять заявку хоть в каждую. Есть варианты и с налогом, и без, на любой вкус. Да и в любой обычной гильдии можно попросить пригласить в торговую, думаю, тоже не откажут. Теперь же поехали к вариантам фарма монеток. И начинает список, как всегда, тривиальная и всеми любимая рыбалка. Вообще, сама по себе рыбалка крайне проста. Набираем наживки со всего, что ползает, летает и растет вокруг нас, или же покупаем у гильд-торговца, и топаем к ближайшему водоему, где находим рыбное место, и залипаем на часок-другой. Нарыбачившись, топаем к ближайшей станции снабжения, и одной кнопкой потрошим всю наловленную белую рыбу, получая из нее непосредственно мясо и с шансом в 1% редкий ингредиент – превосходную икру. Она используется для крафта амброзии на опыт и всегда неплохо стоит. Сейчас в районе 40-50 тысяч золота за штуку, но бывает прыгает и выше, смотрите актуальный ценник по моду. Облегчить такой фарм поможет звезда опытный рыбак в зеленой ветке, спутник ясный как ночь и мод вот он с фишерман, он и нужную наживку под тип воды подскажет и большую иконку когда удочку тянуть настроить даст. Подробно о таком фарме и всех нюансах я рассказывал вот в этом полном гайде по рыбалке, если такое интересно, милости прошу туда. Суммарно же, если сильно не отвлекаться, удочкой можно натягать за час 150-160 рыбок, что даст примерно 100 тысяч золота в час. С нынешними ценами это не сильно много, но и способ простой. Новичку или под закрытие ачивок сериал – самое то. Продолжает же тему гринда еще один неустаревающий способ – фарм ресурсов. Собирать можно и нужно все, и удобнее всего это делать с помощью Harvest Map. Этот аддон позволит отображать все точки ресурсов на карте прямо в игре, существенно облегчая поиски. Также он умеет фильтровать уже собранные точки и строить оптимальный маршрут круг. Подробно о его настройке я также рассказывал в роликах про аддоны и вот тут. Останавливаться снова не буду, в описании есть все нужные вам ссылки. Сам фарм простой как 5 копеек, выбираем локацию где людей поменьше и вперед по маршруту, или куда глаза глядят, пылесося все что видим. Ну или если места в инвентаре немного выборочно, нужные ресурсы вроде руды, ткани и древесины, ибо они занимают меньше слотов. Суть такого гринда в том, чтобы набрать как можно больше сырья и тупо его продать. Или же переработать самостоятельно, извлечь дорогие ингредиенты из заточки и продать уже их. И вот тут переходим к нюансам. Конкуренция в этом процессе конечно есть, но она не критичная, а на DLC локациях порой и вовсе стремится к нулю, так что ресурсов точно хватит всем. Выделяется из всех локаций разве что Краглорн, ибо тут помимо стандартных ресурсов с любой точки с небольшим шансом может дропнуться редкий ингредиент соль Нирна двух видов, нужная для создания снаряжения соответствующим трейтом. Падает она только тут и потому стоит неплохих денег, что при должном везении может существенно увеличить профит вашего фарма. Однако из-за этой же соли по вечерам в Краглорне конкуренция ощутима, и если народу много, в другой локации и без соли нафармить можно больше. Так что ориентируйтесь на время и текущий онлайн вокруг вас. Далее, что логично, количество нафармленного золота напрямую зависит от количества собранных ресурсов, которое в свою очередь напрямую зависит от того, как быстро и эффективно вы перемещаетесь между точками. И этот процесс можно существенно ускорить, правильно одев вашего персонажа.
Лучшее и самое простое, что есть сейчас, это мифическое кольцо дикой охоты, дающее огромный прирост скорости бега. Также можно скрафтить себе или попросить в любой гильдии помочь с этим умелый наездник. Он увеличит скорость бега и маунта на 30%. Предпочтительно средний, пассивки средней брони тоже добавляют скорость бега. Также не забываем первую пассивку ветки штурма, она дает маунту тот же баф. Самое же приятное, что можно взять фармер ресурсов, на мой взгляд, это вампиризм на 4-й стадии и его пассивку «Неестественное движение». Она удешевляет спринт наполовину, а также во время него автоматически прячет персонажа в инвиз, на порядок повышая комфорт и уменьшая количество сражений с мобами. Ну и конечно не забываем зеленую ветку чемпионки, тут можно получить еще скорости бега, а также обязательно стоит взять вот эти две звезды. Опытный собиратель ускорит анимацию сбора, а обильный урожай даст шанс удвоить полученные ресурсы. Ну и если собираетесь перерабатывать сырье самостоятельно, не забываем аккуратную разборку, увеличивающую шанс на хороший дроп ингредиентов. Итого, просто цепляем дикую охоту, повышаем стадию вампира оскверненной марой, проверяем чемпионку, и фармер ресурсов готов. Быстрый, невидимый, эффективный, из любого уже имеющегося у вас персонажа. Ну а теперь пару слов о том, как собственно из ресурсов делать деньги. Трава продается неплохо, но занимает много слотов, а из всего ассортимента реально дорогие сейчас одни водосборы, да, лиловые капринусы. В зачаровании неплохо стоят золотые куты и обычные руны для мебели. Ну а с тканью, древесиной и рудой варианта, как всегда, два. Можно продавать пачки необработанных ресурсов, стоят они неплохо, и это всегда стабильный вариант. А можно перерабатывать их самостоятельно и надеяться на хороший дроп. При обработке вам могут подать редкие материалы для заточки, которые продаются еще лучше. Однако, для эффективной переработки и хорошего шанса на дроп вам нужны прокачанные ремесла и соответствующие пассивные умения в каждой ветке, плюс та самая звезда аккуратной разборки в чемпионке. Ну и даже так это некоторый рандом, может и купиться, а может и нет. Так что если не любите рисковать или ремесла не прокачаны, лучше продавайте ресурсы необработанными, стабильно и уверенно зарабатывая свое золото. Что же по цифрам, исключительно для сравнения, с актуальными на момент выхода видео ценами, картина выглядит так. Бегая на расслабоне по рандомной локации, сырыми ресурсами можно фармить около 200 тысяч золота в час. Если делать все то же самое, но не в сильно забитом краглорне, и получать бонусную соль Нирна, выйдет уже 270-300 тысяч в час. Ну а если прибавить к этому пройденную чаропись из главы «Золотая дорога», дающую шанс на дроп специального ресурса светящихся чернил, можно поднять цифры еще выше и подобраться ближе к 500. Ну, по крайней мере сейчас, пока чернила еще хорошо стоят. Сверху же все это дело можно еще и удвоить, если фармить во время одного из многочисленных ивентов игры, удваивающих дроп ресурсов. В такие дни этот способ фарма особо выгоден, и при должном везении можно делать и миллион золотых в час. Мы же топаем дальше и, продолжая тему сырья и ресурсов, затронем еще один ненапряжный гринд. Ибо если ткань для легкой брони добывается из растений по способу выше, кожа для средней выделывается из звериных шкур, с которыми работают ровно те же принципы. Их можно продавать как ценное сырье или перерабатывать, получая все те же заточки для продажи. Самый простой и выгодный способ фармить шкуры – это гринд безобидных и вездесущих крабов, обитающих практически на всех побережьях игры. Просто приходим на любой пляж и лупим крабиков, пока не надоест. С них будут падать лоскуты шкур, то самое сырье, бонусом же так фармится хитин, довольно ценный алхимический ингредиент. Место же действительно подойдет почти любое. Самое же удобное, на мой взгляд, это большое побережье правее Хейвена в Гратвуде, тут крабов немало, и что еще лучше, остров Подкова в Малабалторе. Тут, если никто не мешает, можно вообще бегать вокруг острова и по близлежащим бухтам, так что крабы будут успевать появляться заново, делая ваш фарм бесконечным. Таким макаром чисто на сырье можно фармить 120-130 тысяч золота в час. Если перерабатывать самостоятельно, может выйти больше. Главное, как и с ресурсами, не забывайте пассивки и звезду в чемпионке на переработку. Продолжая тему гринда мобов, а крабы это как раз про это, в нынешней экономике игры в чистом виде он уже практически бесполезен. Можно, конечно, пойти в публичный данж и тупо резать толпы мобов направо и налево, как в старые добрые времена, но и дроп будет, как в старые добрые времена, 20-30 тысяч золота в час чистыми. Неплохо, конечно, но и вообще не густо, даже рыбачить сейчас выйдет эффективнее. Однако и в гринде есть исключения, если выбрать своей целью мобу покрупнее, например, дракона. И да, мы переходим к довольно известному варианту фарма драконьих соплей, доступному вам при наличии дополнения Южный Эльсвейр.
Думаю, ни для кого не секрет, что с драконов падают не только шмотки, сокровища и мешки с лутом, но и ценные алхимические ингредиенты, самый дорогой из которых это драконья слизь, используемая в крафте банок на ульту. Однако при обычном убийстве ее по умолчанию не получить. Чтобы слизь начала падать с драконов и этим увеличивала ваш доход, стоит она сейчас около 4000 и периодически может сильно дорожать, нужна довольно долгая прелюдия. Чтобы открыть дроп этого вещества, нужно пройти сюжетные квесты Южного Эльсвейра, это недолго, их 6 штук, и открыть этим драконью стражу. Живут ребята на отдельном островке в углу Южного Эльсвейра и имеют интересную историю, свои личные ачивки и ежедневки, ну что-то вроде эшлендеров в Моровинде. Интересует нас ачивка, называющаяся «Агент Драконьей Стражи». Она открывает дополнительные возможности за прохождение заданий Драконьей Стражи. За 12 квестов откроется торговец местным интерьером, за 20 заданий на драконью слизь, а за 30 ежедневный сундук с крутым тематическим лутом локации. Нас интересует награда за 20 квестов. Как только вы выполните 20 квест, в лагере стражи появится новый NPC Дафнар, который жалуется, что никто не шарит в разделке драконов, и мы теряем кучу ценных жидкостей. Он даст задание самое ценное, которое и разблокирует дроп слизи со всех крылатых ящеров Тамриэля. Теперь немного о наших баранах, ну вернее о тех самых 20 квестах, стоящих между нами и слизью. Счетчик отслеживается в достижениях и двигают его все квесты, включая сюжетные. То есть стартуем мы с 6, а продвигаем счетчик двумя ежедневками, берущимися тут в анклаве. Могильщик на первом этаже дает квесты по вылазкам Тамриэля, а жизнерадостная тигрица и качок с третьего этажа отправляет бить драконов. Квестов всего 2, но и как другими ежедневками ими можно делиться. Суммарно в день можно получить 2 квеста на драконов и как минимум 4 на вылазки. Просто объединяйтесь с такими же качками стражи в гильдиях или прямо тут на площади и делайте квесты по очереди, делясь через меню заданий. У меня таким макаром получилось делать 6 квестов в день, что позволяет прокачать стражу за 3 вечера. Не так уж и сложно, а дроп приятный. Если заинтересовало, пользуйтесь. Сам сундучок тоже забывать не стоит, он стоит под прилавком и доступен раз в день, персонажу на котором вы прошли 30 квестов. Дроп, конечно, небольшой, но приятный и тоже часто радует слизью и хорошими крафтовыми ингредиентами. Что же по эффективности такого фарма, она прямо зависит от текущей цены на слизь и спроса на банки. Ну и конечно от скорости убийства драконов. При текущей цене в 4000, сильно опустившейся после ивента ко дню рождения игры, если в Южном Эльсвейре народу мало и драконов еле бьют, выйдет 1100 в час. Если фармеров много, можно догнать и до 200. Бонусом, кстати, мы получаем кучу мешков со шмотками и рецептами местной мебели, и коллекцию пополнить, может и на продажу чего попадется. Ну и да, не забываем ставить аддон Dragon Next Location, он подсвечивает место следующей посадки дракона и упрощает этот гринд. А на этой сопливой ноте переходим к самому противному, но тем не менее бессмертному и самому эффективному из ресурсных методов фарма – крафтовым ежедневкам. Если вы, конечно, готовы предварительно вложить в это довольно много времени и сил. Если у вас на персонаже вкачаны ремесла, достаточно установить несколько простых модов, о чем я также подробно рассказывал в ролике про аддоны, и буквально за несколько минут в день прогонять все крафтовые ежедневные задания. В награду вы будете получать опыт, непосредственно золото, а также множество крафтовых ресурсов, среди которых будет и сырье, и заточки, и даже мастерские заказы, которые тоже можно продавать. Однако фарм крафтовых ежедневок желательно обязательно масштабировать на ваших персонажей. Ибо если вклад одного перса может затеряться, то 10 за полчаса пробежавших свои ежедневки подарят 50 тысяч золота чистыми и просто море ресурсов и продаваемых предметов, позволяя полностью отказаться от всех остальных вариантов фарма. Подробно о крафте и его быстрой прокачке я рассказывал вот тут и вот тут, ссылки тоже будут в описании. Бонусом крафтовым ежедневкам, если делать заказы, а не продавать, можно получать ремесленные расписки и выкупать себе сундучки для хранения в дом, ну или тянуть за них ресурсы и станции на продажу, добавляя золото в копилку фарма. В целом крафтовые ежедневки, как и раньше, стабильно выгодный источник золота и ресурсов, если вложить достаточно времени в прокачку крафтов и трейтов на нескольких персонажах. Мы же едем дальше к чуть более специфичным и ситуативным вариантам фарма.
И первый из них — это золотые маски из групповых подземелий. Довольно стабильно в игровом магазине в разделе стилей нарядов на несколько дней появляется красивое светящееся оружие за кроны. В это же время с подземелья, которому оно посвящено, обычно начинает падать страничка золотой маски с последнего босса. Шанс дропа максимальный в ветеранском режиме и увеличивается еще немного, если у вас есть достижения хардмода из этого данжа. Каждый раз проходить ХМ не обязательно, ну и на нормале фармить тоже не стоит, шанс там совсем мизерный. Так вот, эти маски, особенно если их продавать не сразу, а через пару-тройку месяцев, могут стоить очень неплохо, некоторые по несколько миллионов. Точное расписание дропа масок разработчики обычно указывают в плане кронного магазина на месяц. Я стараюсь упоминать о них в новостях, а также подсказка о таких мероприятиях есть у нас в Дискорде в разделе событий. Очень неплохой, хоть и довольно рандомный способ получать золото. Далее бесконечный архив. Если вам нравится его проходить, у вас однозначно есть валюта ценности, которую можно обменивать у местных торговцев на различные ништяки. К примеру, у постоянного торговца можно покупать мешочки с провизией, из которых падают различные ингредиенты, и с небольшим шансом редкие слезы скорби, продающиеся по 50-60 тысяч золота. У временного же торговца часто встречаются мешки с фиолетовыми шмотками для спутников. Некоторые из этих шмоток стоят очень дорого. Продаются, конечно, рандомно и не шибко быстро, но свое золото можно получить и тут. Ну или хотя бы своего спутника приодеть, не тратя на это кучу золота. Следующие два способа можно отнести к вариантам на супервезение. И почему бы и нет, это тоже фарм. Если вам очень нравятся высокие эльфы и вы просто жить без них не можете, есть вариант попытать удачу в выбивании их редких схем мебели. Практически в любом айлейдском подземелье, что групповом, что обычном, с мобов или интерактивных объектов вроде урн, есть очень маленький шанс получить схему местной мебели. И три из них, фиолетовые, стоят просто очень неприличных денег. Два шкафа и жаровня по 10-20 миллионов золота за рецепт. Для фарма на такую удачу неплохо подходит паблик провал Руланиил в Гриншейде или руины Корневой раскол в Гратвуде. Шанс, повторюсь, мизерный, но зато если повезет, то повезет сразу крупно. Похожий метод фарма, кстати, есть в PvP-локации Сиродил. Там на месте любого ресурса может с маленьким шансом появиться зеленая книжка потерянной заметки имперца. В ней лежит золотой рецепт коловянского военного торта за 1,5 миллиона. По совместным замерам и тестам в любой компании версии Сиродила всегда есть одна такая книжка, и как только ее собрали, она появится на месте собранного ресурса в другом случайном месте этой локации. Так что способ менее рандомный, чем айлейтские шкафы, и в сочетании с тем самым фармовым персонажем, со скоростью и вампирским инвизом, да, на игроков он тоже работает, книжки фармить можно довольно стабильно, ну разумеется при наличии некоторого опыта в передвижении по Сиродилу. Еще в этой категории фарма не могу пропустить DLC Мертвой Земли, а вернее его карты сокровищ и археологию. Если вам посчастливилось найти карту сокровищ Мертвых Земель и вы не стали ее продавать, можно рискнуть и выкопать ее самостоятельно, получив шанс на дроп зацепки на кусочек древнего дейдрического стиля. Шанс, к слову, весьма неплохой, а странички стиля стоят по 200-300 тысяч. Бездумно скупать все карты у торгашей я бы не стал, а вот выкапывать попавшиеся лично звучит как неплохой план. Еще на мертвых землях стоит упомянуть и саму археологию, ибо тут важно выкапывать не только реликвию, но и все дополнительные награды, ибо среди них, даже в стандартной бесконечной зеленой зацепке, может попадаться редкий ресурс для стиля, нетронутое сердце Даэдра за 25 тысяч золота. И на этом основан еще один забавный метод фарма, где мы просто бегаем по кругу и бесконечно выкапываем одну и ту же зацепку трость Кенрива со всеми дополнительными сокровищами и шансом на дроп этих самых сердец. Шанс небольшой, но точно выше шанса на дроп икры из рыбы, так что неплохая альтернатива, если удочка надоела. Если же надоело вообще, все можно пасть на дно и пойти воровать и грабить. Конечно, на одних ворованных сокровищах, как раньше, с нынешними ценами много не заработаешь. Да и почти все споты массовой резни, вроде каравана Хадрана, убраны или понерфлены. Однако, лазить по домам и сейфам, особенно в новых локациях, все еще вполне можно. Шанс получить редкие и дорогие рецепты имеется. Если повезло, отмываем в любом преступном логове и спокойно продаем как обычный. Однако, как основной способ фарма, преступность сейчас использовать довольно сложно. А вот бить лица еще вполне можно. Если игроков PvP вам нравится убивать больше, чем мобов, монетизировать можно и этот процесс. В имперском городе, где со всех мобов и игроков и боссов падает валюта Тельвары, у торговца обычными товарами их можно обменивать на рунки Хаккейджа, которые нужны для призматических зачарований и пользуются стабильным спросом примерно по 40 тысяч золотых.
Также можно попытать удачу в сундучках мощного натиска, где с шансом может выпасть морозный посох. Он, конечно, подешевел, но все еще может стоить 700-800 тысяч золота. В самом же Сиродиле заработанные очки Альянса можно спустить на похожую лотерею. У торговца брумы на сундучке смертоносного оружия. Его кинжалы в зависимости от трейта все еще стоят от 150 до 500 тысяч. Ну или на оружке бича эльфов из Властаруса. Они подешевле, но тоже довольно популярны. Золотую бижутерию у выходного торговца тоже поглядеть можно, но там выгодного уже сильно меньше. И вот на этой попахивающей синими пактовскими бананами ноте у меня на сегодня и все. Такой вот вышел обновленный гайдец. В нем, конечно же, есть не все, а местами может не хватать точности. Ну и моя цель, как и раньше, не рассказать вам какой-то невероятный секрет, как стать миллиардером за ночь, а дать общее понимание того, как зарабатывать валюту в актуальной игре. Ну и лишний раз подтвердить, что как бы ни менялась экономика онлайн-свитков, основная истина остается той же. Золото в The Elder Scrolls Online можно зарабатывать практически везде. И вовсе не обязательно для этого состоять в топ-торговой гильдии или закрывать сложнейший контент. Фармить могут все. Пишите, что вы думаете о фарме золота в игре, и делитесь своими способами и нюансами. А также пишите, нашли ли что-то новое и интересное для себя. Ну а гонял книжки по Сиродилу и крал сердца особо впечатлительных гачи Даэдра, для вас, как всегда, Штейн. Огромное спасибо, что смотрели это видео. Заглядывайте на стримы и Бусти, там много интересного. Ну и, конечно же, не болейте, не скучайте. До скорых встреч!